Здравствуйте, друзья! Мы находимся на Невском проспекте в центре Петербурга. Сегодня 31 декабря, новогодняя ночь. Буквально через час Петербург встретит новый 2015 год. Мы приехали сегодня сюда, чтобы посмотреть, как люди отмечают праздник и какие развлечения приготовило нам правительство Петербурга. Они не запрещают, кстати. Да им 20 кусаю максимум. И пойду дальше. Не расскажете в двух словах, о чем идет речь? Ну, да, в общем, просто, короче, сейчас вот принимается новая онкологическая программа, в которой говорится, вот я читал, что ни один человек, который вот служил, ну, всю жизнь на производстве, не должен быть лишен лекарств от рака. Такие вещи недопустимы. А вот у меня дед, короче, родной, всю жизнь проработал на предприятии, на производстве, его не лечили от рака, ему дали еще лекарств, даже потом не давали обезболивающих, и вот он умер. Я, короче, пытаюсь наказать онкологов виновных. То есть вашему дедушке отказали в лечении? Сказали, просто не дали лекарства, сказали, что все, короче, нормально, короче, ты типа поправляешься, а у него рак легких. Сделали какой-то небольшой курсик терапии, выписали домой, он был в этом в диспансере всего там, я не знаю, в неделю. И все. Понятно, спасибо. А может быть скажете, какая это больница? Дело в том, что это врачи, короче, это была городская поликлиника номер 109, сейчас там заведующая Дзюби и Фридман, это главврач. Информацию они мне отказывают предоставлять. Я причем как бы судился с ними и сейчас сужусь. И все это как бы скрывается, просто все данные. Короче, очень тупо дело идет. Сейчас я вроде как бы добился того, чтобы истребовали акт вскрытия там и так далее. Но опять же мне его не показывают, там все засекречили. Короче, вот, еще, я не знаю, не хотят ничего делать. А я решил хотя бы, может, постою здесь, может, как-то поближе. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Сколько стоит шапочка? 150 рублей. 150 рублей. Да, недорого. Пожалуйста. Thank you.
здравствуйте! С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! Вас тоже! Давай выпей, брат! Не, я не пью! Почему? Аллах не позволяет! Аллах, что ли? Да! Разве не позволяет? Мы русские! Русские, да? Русские! Куда знает он? Аллах не знает нацию, вы что? Да. У Аллаха нет разделения на нации. Аллах всех любит. Спасибо. Нет. Удачи, ребята. Давай, брат.